Здравствуйте, дорогие, добро пожаловать на наш канал. Маска, приготовленная в сегодняшнем материале, очищает кожу от пятен, разглаживает морщины, подтягивает кожу и восстанавливает омертвевшие клетки. В сегодняшнем видео я покажу вам, как приготовить маску, приготовленную с добавлением вазелина, меда и некоторых других продуктов, омолаживающих кожу лица. Если у вас есть прыщи на лице, эта маска подойдет от них. Это также средство против морщин на лице. Итак, приступим к приготовлению маски. Для этого рецепта нам понадобится вазелин. Для этой маски мы используем яичный желток. Добавьте яичный желток в вазелин и хорошо перемешайте. Вазелин глубоко питает кожу лица, сохраняет влагу, разглаживает морщины на лице. Дорогие друзья, из какой страны вы смотрите наш канал, напишите об этом в комментариях, очень интересно знать. Для этого рецепта нам понадобится мед. Используйте натуральный чистый мед. Теперь мы можем хорошо смешать три продукта. Для этого рецепта нам понадобится яблочный уксус. Яблочный уксус должен быть 6%. Добавьте половину чайной ложки яблочного уксуса и хорошо перемешайте. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал и активируйте колокольчик, чтобы вы могли оперативно получать информацию о новых рецептах. Поставьте лайк этому видео, и это придаст нам мотивации. Хорошо перемешайте маску, и наша маска готова. Не забудьте перед использованием маски провести тест на аллергию, дорогие. Нанесите немного средства на запястье и подождите 7-10 минут. Если нет изменений, покраснения, зуда или болезненности, маску можно использовать. Эта маска подходит для сухой кожи. Эту маску наносим на очищенное лицо. Оставить на коже на 20 минут, затем смыть. И нанесите на лицо увлажняющий крем.